Чем занимаешься, Владимир Александрович? Ролики уже закачаны. Даю им, вскрываю замков, убираю замки, даю на это так, название. Говори все, какие движения делаешь, чтобы понятно было. Сейчас, подождите, мне надо сообразить. То есть они у тебя уже загружены, теперь нужно оформить их, да? Да. Сейчас с самого начала показываю. Давай. Вот загрузки открывается, страница с загрузками. Вот ищу, которые не это под замком находится. Вот которые зелененькие, это значит замка нету, они открытые. Да, что тебе нужно, чтобы там где это голое было, да? Под замком, да, замочек был. Здесь нету. Перехожу на следующую страницу. Теперь что? Сейчас переходишь опять на другую страницу? Да, перешел. Вот он, замочек перечеркнут тут. А какую папку ты как узнаешь? Там написано. А тут написано мол, молитва. Молитва, мол, значит. Ну, то есть я ее открываю. Вот этот. А какой номер там есть? Сейчас я этот открыт доступ делаю, вот ставлю. Сохранить ставлю. Ага. Все. Потом захожу вот в эти три точки, это называется действие. Открываю его, здесь вот изменить название и описание. Так. Вот, здесь вот 1066 вопрос, ставлю точку, молитву убираю, потому что она мне нужна уже. Почему человек неблагодарный, что-то копия. Там дальше-то не идет ничего? Не... Нету ничего. Ну, это вопрос надо ставить, наверное, да? А копия, при чем тут копия? Почему человек неблагодарный, копия? Копия, да. Слово-то неблагодарно. Убрать слово-то копия, это, наверное. Я думаю, тоже убрать. Это копия была. Рядом вопрос поставить, если вплотную. Все, сохранить. Сохраняю. Сохранить. Перехожу на картинку поменять. Значит, картинку ты еще делаешь. Была молитва. Как думаете? Так, потом. Подходит ли она, нет? Ну да. Потом здесь открывается загрузить значок. То есть нажимаю. Здесь у меня папка открывается. С этим. Там уже заранее заготовлены картинками. Ну что, еще от какую открываешь будешь? Ну там была молитва. Молитва. Подходит, нет? А что там написано? Почему человек неблагодарный? Ну да, молитва, благодарения нету. И сейчас что ты ищешь тут? Ну на молитву. Молитва. Вот она. Где она? Вот она, вот. Вот я выделил. Вот. Ну, еще там картинка какая. Да, сейчас вот нажимаю открыть. Открыть. Вот открыть. Раз. Вот она, картинка. А, вот она какая. Вот, а потом сохранить. Это кто ж так сделал красиво-то? Ну, Вячеслав Семенов. О. Вот сохранить потом нажимаю. Понятно. Все, пока она тут загружается, я перехожу назад. На это, где загрузки стоят. Ага. То есть ты в самую кухню заходишь. Да. Мастерскую. Мастерскую, да. Менеджер. Опять молитва. Открываем, да? Ну, все понятно. Повтор, да? Такой да, же. Повтор, да. Это ничего себе. Пойду проверю, у меня кошки спят на этом, на кровати на моей. О, развалилась я, голубоглазая. Это моя кровать-то, а. Ну-ка, давай, уходи отсюда, уходи. Расходи. Ну, разлеглась-то ты еще. Ой, как. Ой. Так я ее выгонять, а она что делает? Она никак не хочет уходить, а. Тебе у меня хорошо тут. Я сплю под тремя одеялами. Вот одеяло одно. Дальше покрывало вот второе. И третье подарили мне такое, три. А которое байковое одеяло, я на нем сплю. Когда уехал, мне тут все простыни накупили, шторки. Ну, еще перетерпим. А вот чтобы кошки не заскочили на печку, вот тут ставлю. Вот эту железку. Вот она где, плита. Иначе тут жара такая, и она же кошка заскочила с полу.
И теперь у нас везде так надписи. Везде. Но она не сильно обожгла, если раскаленная, да тут сбоку жесть, если скучить некуда, пропала кошка. И поэтому мы тут следим за этим. У нас везде надписи. Надписи. Вот подходишь, вот плитка, у плитки научение. Володя тут его хозяйство. Сейчас он от меня перенимает вахту, я все передаю свое, чтобы он занимался этим. Так. Посмотри, не переполнено ли ведро внизу. О, понятно. Тут рядом зеркало. Там ролики с утренней молитвы начались. Открывать, нет? Да, открывать. Одну? Да, одну. Молитва одна. Вот видишь, как вот заходишь у нас в доме, и тут надписи, любимые мои. Володя сидит, занимается над своим компьютером. Видишь, как. У нас все везде надписи, и в храме, и дома. Ян Златоуст. Ну это какой? Как в храме считают. Тут ничего нет, только то, что есть, и все. Открывать? Да, конечно. Одно, которое я насчитываю по книгам, и другое, которое в храме считают. Ну, везде одинаково. Святой Ян Златоуст.